спасибо. Так, чтобы пароль найти. Так, а вот это может обойти, пробовать. Спасибо. Так, дверь комнаты охраны. Так, сюрприз, думаю, у него точно будет это. Все, быстро все сделали, даже чуть-чуть времени прошло. Так, ну что ж, готовимся, да. Давай-ка. Как вообще там не слышно, не знаю, это стрельбы, не очень понятно. Готов. Так, блок данных. Нэнс, у меня же те же проблемы. Здесь так много пароля, клавиатуру просто не удержать. Секундочный пароль. Перуджи, пойди запомни еще. Да и ладно, все равно сканер реагирует только на пароль, произнесенный голосом Хока. Попью после работы не хочешь? Если что, давай. Сэмулс. Точнее, пароль нашли. По-моему, взяли его вообще-то. Только отключить барьер еще перед нужно. А где его отключить? Этот барьер, я пока не понимаю. Может, наверх? Наверх нельзя. Так, где же барьер включить нужно? Так, может, по тем кабелям идти? Попробуем, посмотрим-ка по тем кабелям, может, что надо сделать. Так, где этот низ спускаться, путь-то был. А, вот он. Смотрим по тем, в общем-то, провода. Так, блин, время же. Почти что закончилось, ладно. А, так, где провода, давайте. Куда-то вниз ведут они, да? А хотя найти надо бы так. Так. Так, отлично. Что-то осторожно. Так, статуэтка вот. Ага. Так, все, кажется. Отлично, нашли барьер. Да, в общем-то, не зря. Так, ну что, теперь идем вниз. А теперь, в общем-то, точно мы сможем попасть туда и украсть этот серый ящик таким образом. Все. Вот так вот. Все просто. Пока что. Ох, быть круто, девчонка, в конце, думаю. А, сам же броня, наверное, спрятана. Неплохо она сделала-то. Это та броня, которую, в общем-то, мы в самом начале, в общем-то, изменили цвет, там добавили, в общем, всякие примочки. А не оригинальные, которые, в общем-то, с самого начала игры нам дается. Так, ладно, идем, не спускаемся. Так, пока что это слишком все легко. А, теперь же начинается самое веселье, видимо, да? Да, и там вы, возможно, выбрали оружие, теперь да. Теперь уже начинается сама миссия. Ух ты, ни хрена себе. So this is Hawk's vault. Very nice.
Да уж, конечно, по-моему, такие британичные были. Хотя, на самом деле, британия не такие прям уж. Так, египетская статуя. Да. А, вон. Смотри, как сейчас все. Здесь вот, может, пока. Царица Рахни. Кроган. Нифига себе, дает Микеланджело даже. Да уж, конечно, собрал здесь. Полно здесь его собрал. А вот серый ящик. Нашли мы. Только солдат. Ну так, конечно, нехило. Он там собрал коллекцию такую вот большую. Глава Статуи Свободы. Ух ты. Ладно, берем серый ящик, в общем-то, и... Так, чуть еще. Ух ты. That's a Casa Locust. No, the Casa Locust. The gun that killed two presidents. Gorgeous. It even comes with a perfect copy too. Вот красочек пригодится нам. This might be useful. Так, Шепард, Миранда, Морден, Тейн, Касумин, мог носить этот оружие. А, берем. Вместо пистолета пулемет, что ли, или пистолет обычный, не помню точно. Не понял. Так, вот серый ящик, да? That was you at the door. I knew if it was really you, you'd get through anyway. You know me. I don't like to disappoint. I need what's in your grey box, Kasumi. You know I'm willing to kill you for it. I'll admit your skills are impressive. You got into my vault like I'd left it open. But you're still going to die, screaming. No! Have I got your attention? Ну давай, попробуй. Местная психотока такая, блин. А, пофиг, можно попробовать немножко. Готов. Так, дрон, давай разбирайся. Так, с ним разберемся хорошенько.
Кажется, с ней посильнее придется очень долго и мучительно добивать. Так, давай-ка. Пробуем использовать тебе другое оружие. Самое секретное. Вот этот раз, который мы взяли. О! Вот это как раз то, что лучше. Это что нас заменил-то? А, это у нас пистолет-пулемет новый получили-то. Точно, цикада. Вот это точно понадобится. Прикольно, очень, очень, очень меткий. В сравнении с другим, в общем-то. Убивает. Так, давай. Молодец, добил, добила, что ли? Готово. Бежим. Ох ты, что она здесь имеется-то. Сокола здесь, офигеть. Ой, робот длинный. На него, конечно, в первую очередь надо забираться. Ошла банда понадобится. Ну что там стоит на месте, что ли, прямо? Буксует. Промазал. Промазал. Да все, он готов почти что. Промазал. Готов. Ух ты, нифига себе, что раз такой будет раз получить бы нам на корабль. Вообще было круто. Да, прикольно. Постреляли. Добей его. Я всего добью. Че, он там закрыл, что ли, его? Ну, отлично, так. Куда мне идти дальше? Наверх, видимо, придется. Так и есть, да. Так, АПК взломаем. Так, что у нас там? Отлично, отлично, отлично. Что-то не вижу фрагмент. Куда у нас делся-то? А, вот он, кажется. Так, и последнее. Так, вот он. Отлично, 4200 кредитов у нас. Магазин можно съездить будет, думаю. После этого надо стады лишним прикупить вас, они улучшения, которые там остались. О, блин, фига себе, рок роботов. Не хочется, чтобы они всеми активировались. У вас лучше, всех сторон просажали. Так, давай-ка. Готов.
отличный пистолет, очень точный пистолет пулемет. Готов? Голубчик, так. Давай, залезай сюда. Мне даже ракета-то нипочем просто. Так давай идем, косум, идем. О, круто, с пушки дали пострелять, мне офигеть. Да, пробили нехило, конечно, мы там. Что такое? Запчасти соберем. Понадобится. Так, здесь мы вам больше ничего не сможем взять. Идем дальше. О, блин, еще робот появился. Как приятно. Так, не то использовал, блин. Убивай его. Там еще роб появился, скотин этот. Так, у меня там пушка восполнилась, конечно, нет. Сначала снайперский ток используем. Вот скотин этот мелкий, мешается. Бой за отмени, чертов. Нет, вообще вот этот гонюк ему один, блин, мешается постоянно. Сволочи, блин, просто даже. Точнее, это, в общем-то, с той стороны, блин, мешается. Так, нет, вообще. Что-то эти, блин, что-то задрыли. Сопусно вообще, блин. Да-да, простоит вообще. Тупит сильно. Отлично, робот почти что готов. Не попал. Первым-ка мы добьем его. Да, готов. Теперь все. Молодец. Готов. Давай, лезайте, наш. Давайте. Давай, лезай. Готов. Так, теперь с этой гадиной.
Все, готово. Остался только RPG-шница хреново. С ней разобраться. Давай-ка. Готово. Так, ну что ж, разобрались со всеми. Так, посмотрим-ка, осмотрим территорию. Может быть, чуть полезно находиться. А я вдруг пропущу. Так, здесь ничего нету. Так, там у нас тоже ничего нету. Думаю, мне кажется, миссия все-таки на две части разделить придется, потому что не такая уж маленькая она. Так, ну, мертвая новенькая, давай посмотрим. Ух ты, улучшение новое, отлично. Так, аптечка, конечно же. Так, идем дальше. Давай, где там говнюк-то? Сейчас мы их добьем хорошенько. Совсем быстро разбираться. Смотрите хорошенько. Прокипятим. Ну что, живая еще, блин, прямо? Да, офигеть, это уже живая, скотина. Конечно, добить все, все, что не мешался. Охренеть вообще, блин. Быстро как-то меня отталкивает, не знаю. Ты крыся. Да, офигеть. Да, блин, офигеть, сука. Да, блин, а. Да сдохни ты, шульты, зеребину. Да. А, отлично, почти все готово. Да. Чё там такое за свечи граната отталкивающие, которые препятствия? Слишком уж немножко. Да все, кажется, она, по-моему. Стоит только добить. Получаем. А здесь было приятно. Так, что у нас? Это какие-то ящики еще при этом. Мотор он собираем, конечно же. Сколько это раскидали-то? Что здесь удаешься мне? Так, уже не хватает. Так, отлично, платин прибавим заодно. Так, ящик какой-то у нас что-то есть. А, кредиты. Так, а сам цель-то? Задание там. А, убить донного хака. Ой, хука, блин, этого. Чертова. И все лишь. А, вот он, гад этот. Босс скачет. Ну да. Заново начинаешь на это все дело, блин.
перегрузка и помогает перегрузка. Будет этому гаду что-то снимать. Отлично. Да, охренеть. За ракетами застрелялись просто. Сейчас снова щиты мне снаружи улетит куда-нибудь там. Не понял. Так, теперь улетела скотина, теперь нужно все с дружками разбираться. Все быстро собрать, блин, аптечку. Тяжелый патрон, тяжелым оружием. Отлично, скинули хорошенько. Давай разбирайся с ним. Готово. Сейчас гад появится точно. Давай, появляйся. И тут хрен, а. Снова своих врагов натравил, блин. Сейчас зря потратил. Чё-то косами завалили, блин, пиздец. Надо установить. Уж все, охранников разобраться нужно. Разберемся. Да. Да, давай. Ну чё? Ох, блин, молодец, а?
просто молодец. Сейчас мы, в общем, завалим сами скелетовки этого коллекционеров оружия. Да, все, готов он почти что. Голубчик, готов ты? Голубчик. Кот улетел, блин, скотина. Сейчас разберемся с этими гадами, со всеми. Что они там завалили? Косом прячься, блин. Получай. Сим займусь, как хорошенько. Все, готов, ржачка. Готов. Получай, приветик тебе. Давай, летун, черт, появляйся. Так, еще бегут. Зря сказал это. Зря очень даже. Зря. Так, и все. С тем гадом мы разобрались полностью. И поздно ты подумал, Касумик, это что-то вроде не жучит, а теперь тебе конец приступит. Ага, конечно. Ему пришел конец точно полный. Какая-то... Хотя бы корова мычала. И плюс посмеется тот, кто смеется последним. Так, ну все, отходим отсюда. Миссия таким образом у нас выполнена, да? Да, так и есть. Ну, миссия, конечно, была прикольная, и такая вот ее. Исследовательская миссия такая и, в общем-то, их тоже хватало. Очень прикольная миссия получилась. If it's that important to you, keep it. Just make sure you're ready to live with the consequences. Yeah, I am. I'll stay off the grid. No one will know I exist. I think I want this. Thanks, Shepard. Вот так вот, такая была интересная миссия. Хочу там, конечно, информация хранилась насчет, в общем-то, непонятно чего там. Как будто, мне кажется, там жнецы промелькнули в этих, в общем, снимках. Не знаю, что-то могло навредить Совету, точнее, что могло там навредить Альянсу, если вдруг Совет об этом узнал бы. Все поймешь, что там за информация, конечно. Но интересно, такая вот загадка остается. Ну да, Дону Хонка мы, конечно, в общем, разбомбили нехило.
Да, теперь Касуми нам поможет в финальной миссии. Новые способности получила, в общем, у нас новое снаряжение, да, новый костюм, мне кажется. В общем, оружие мы новое получили и, конечно же, кредиты, там, улучшение, платина. В общем-то, все. На этом, наверное, той серии, я думаю, закончим на этом пока что. Увидимся, думаю, в следующих сериях моего прохождения игры Mass Effect 2. Эту серию, наверное, разделю на две части, так, может, когда даже получится две, в общем, две серии. Вот так вот, что очень такая была большая, продолжительная, очень интересная, насыщенная событиями. Если вам понравилось это прохождение, с вами был Михаил, всем удачи, до скорых встреч и всем пока.